14 марта, 14 год, Харьков. После вчерашнего, сегодняшнего уже начали стрельбы. Сегодня, по-моему, тоже там стреляли на рыбинской. Полиция, конечно, больше, чем достаточно. Было больше народа, по-моему, не знаю, может, это тысяча. Это просто уже сейчас часа три, ориентировочно. Ну а там никто не собирался. Все сборы, все высокая вероятность провокации. В общем.